Итак, всем привет. Ну что ж, сегодня мы попробуем все-таки пройти шестой мир в Боше на рейпе. Не знаю, насколько это получится, не получится, но я еле, так сказать, нашел настроение вообще поиграть в Боше. Так, не знаю, насколько там сейчас хорошо слышно, не слышно игру. Мне кажется, игру погромче, да, можно сделать. Сейчас посмотрим, когда музыка какая-нибудь пойдет. Ой, так, нет, Рю, ты не очень. Так. Ну, не, по-моему, вообще музыку, да, не слышно с игры. Хотя фиг поймешь. Ну, судя по индикатору, она очень тихая. Ну, короче, ладно. Как кто-нибудь придет, отпишитесь. Я ничего не тренил. Ну, перед стримом, так что хз, как там получится. Вообще давно в Боше не играл. Ну, по крайней мере, по-нормальному. Напомню, что секретку я уже взял. Которая хп боссов показывает. Разучился что-то я этот глазик проходить. Одно время получалось там в 50% случаев. А сейчас что-то лол вообще не очень. Наконец-то. Ну хотя бы размикрил. Не знаю, как сейчас дальше пойдет, но. Привет, Альфёрыч! Как ты там это? Гая не стримил, да, сегодня? Короче, я теперь решил все-таки решил отказаться целый день в больнице застрелился. В смысле, ты целый день застреливался в больнице? Ну я понял, что-то хотел сказать, но написал-то косячно. А что-то случилось или так какие-то документы получить? Справки там, отпуски. Медосмотр и все такое. Или ты вначале застрелился, а потом в больницу повезли из-за этого. А, медосмотр на практику. Понятно. Ну да, обычное дело. Так вот, что я не договорил? Взвесив там все за и против, подумав, ну не знаю, насколько хорошенько, но подумав. В общем, я решил отказаться от Good Game. Я теперь не буду стримить на Good Game, я стримлю на Twitch и Кибергейм. Без рестримов, то есть это два параллельных абсолютно потока с разным качеством. Кибергейм это 1700 видео, 192 аудио, переменный битрейт. То есть наиболее такой комфортный для большинства зрителей, да, все могут смотреть.
маленькая задержка и все такое прочее, да? А Twitch, рекомендуемые для Твича настройки. Как бы, раз есть альтернатива, да, я решил поставлю те, которые рекомендуются Твичом. Битрейт 3,5 мегабита постоянный. Вот, не знаю, Twitch прям рекомендует, постоянный битрейт надо. Вот. Ну, раз рекомендует и есть альтернативы, то я решил поставить постоянно битрейт 3,5 мегабита, аудио 192. Вот. Ну и, соответственно, вот таким образом. Так что, как бы, на Твиче, как бы, должно быть хорошее качество, но только для прожорливого интернета. Не, нет, я же говорю, два параллельных потока, не рестрим, то есть это X-Split. X-Split Personal Edition. А ГГ чем плох? Ну, как бы, ну, он уже как бы, ну, давно как бы плох тем, что задержка у него появилась огромнейшая, да? Больше, чем у Твича. И как бы, ну, я подумал, что у меня все равно на Good Game, ну, практически никто не смотрит. Ну, бывает, там один человек заходит, ну, как бы вообще, ну, не особо, да? А, в принципе, сейчас кибергейм во всех браузерах более-менее работает. Они вроде бы решили проблему с рекламой. То есть теперь должно показываться 1-2 рекламы, не больше. То есть никаких там 4, там, никаких там 6, сколько там, да, у некоторых показывало. Вот. И есть альтернатива в виде Твича, на котором задержка меньше, чем на Good Game. Вот. Ну и как бы, то есть такие два нормальных плеера. И, ну, то есть я решил их оставить. К тому же, перед началом стрима, каждый раз мне нужно выставлять название игры, вот это, да, и название стрима на Good Game и на Твиче. А так мне надо будет только на Твиче, то есть еще меньше работы. Вот, поэтому я решил Good Game убрать, то есть как бы он, сейчас в нем нет какого-то прям резона сильного. Вот, так что Good Game, видимо, в ближайшее время не будет. Если они уменьшат задержку хотя бы до 10 секунд, я не просто верну Good Game, я уберу кибергейм. Но только если не больше где-то 10 секунд. Вот если уже будет 12 секунд, то уже как бы подумай. Может быть, верну, но не вместо кибергейма. А если не больше 10 секунд, то, соответственно, будет прямой поток туда. Просто, как бы, ну, поясню. X-Split, да, позволяет делать мультипоток сколько угодно. То есть хоть на 10 сервисов стрим, да, одновременно. Без рестрима, то есть прям в 10 потоков там, да. Но суть в том, что каждый поток, он кодируется отдельно. Привет, Snap. И поэтому я не могу на 3 стрима стримить одновременно, у меня не справляется комп. Даже когда я стримлю какую-то Боши там или Айвану. То есть, а если какую-то возьму более такую серьезную игру, там 3D какую-нибудь, да, то, ну, там пипец вообще не потянет. Как бы, я даже не знаю, два стрима ли там потянет, потому что я и так кодирование поставил супер фаст на два стрима. И сейчас загрузка процессора 45%, ну как бы, а вот в GetRect там уже 100%. То есть там как бы уже вообще напряг. Ну, больше меньше просто жрет. Ну, как бы вот пока так, как-то. А ты стримил на Unreal? Чё, не знаю. Я-то думал, тут Castlevania. Не, подожди, там написано же Bosch. Bosch тире... I'm gonna get rapid by Castlevania. Ну, потому что... Ну, потому что Castlevania. И я буду рэпит. Ей. Ну, это я соскользнул с платформы. А, увидел только то, что после тире. Не, если была просто... Ну, во-первых, как бы... А, слепой пятно. Ну, просто как бы, во-первых, да, у меня вряд ли будет какая-то абсолютно внезапная игра, которую я не планировал там за 300 лет до этого, да, заранее. Как бы все, которые ближайшие игры будут, у меня они как бы есть в описании канала, и если даже новые появляются, там типа вот там Блит мне там Теркил подарил, она в конец списка скорее всего идет. Ну там, конечно, по желанию, посмотрим, но не скоро явно.
Так что как бы вряд ли у меня вот случайным образом внезапно оп, костылевание. То есть если в коопе с кем-то, ну, скажем, на чем-то стриме там, ну, может быть там. Ну, я. Ну, в костылевании, по-моему, нет коопа, я вообще говорю. Вот, а так как бы у меня примерно будущие стримы все ясны, какие будут. Ну там на самом деле списки, конечно, вообще-то не все игры есть, надо его исправить немножко. Там есть пара игр, которых я не заносил, но я хочу их постримить. Но опять же, не ближайшее совсем время. Мне нужно вначале пройти Get... Не, ладно, Get-Track не имеет отношения, Get-Track это вечернее страдание. Надо вначале пройти Wings of V, а потом пройти что-то там еще, я уже не помню. Ну, в общем, пока будет то, что будет. Ну, не знаю, Снап, как бы, насчет отвлечься. Конечно, я не могу сказать то, что такого не будет 100%, да, но вообще это на меня как бы не особо похоже. То есть, как бы, у меня и так там, в принципе, есть разнообразные игры, чтобы отвлечься для стримов-то. Если ты список глянешь, там есть довольно-таки нестандартные даже для меня игры. Там даже есть шутер с PlayStation 1, C12 хочу пройти. Да блин, глазик, ну... Да лол. Вообще надо, наверное, закрутить сейф Хардона и чуть-чуть протренить уровень. Ну сейчас, если еще раз сольюсь на шипастом экране, то пойду протренивать. В смысле градиус будет? То есть дойду, будет градиус, если не дойду, не будет градиуса. Как бы перед градиусом нету сейва. Я могу сходить в покемон мир, но мне кажется, это хуже, чем от начала уровня идти. Хотя, если я туда еле-еле дойду, то мне кажется, я пойду в покемон мире сосейвлюсь. Потому что что-то мне парит этот глазик, честно говоря, как-то. Просто в покемон мире нету сейвов, только один в начале. То есть никак стандартно. То есть, если бы не глазик, то как бы вообще бы изикатка, я бы 100% шел бы от начала уровня. То есть, грубо говоря, если бы после глазика был бы один сейв вот сразу, да? Я бы как бы вообще без проблем был. Ну, Снап, ну понимаешь, его надо без смертей проходить покемон мира, потом градиус. То есть это все за вот одну попытку. Вначале покемон мир целиком от начала покемон мира. А потом градиус. Умер на градиусе, покемон мир с самого начала. Да, бесконечные тут экраны там. Двадцать экранов прошел. Ни хрена себе ты настырный. Ну блин, уровень-то как бы не сложный, ну фиг его знает. А грубо, только если из-за глазика, ну.
Ну, блин, не знаю, как бы вначале я что-то склонялся явно, что я буду целиком проходить, но потому что у меня глазик получался стабильно. А сейчас я не пойму, почему у меня глазик не получается стабильно. Не, подожди, какой тупик, там бесконечный экран. По-моему. По-моему, да, насколько я знаю. Ну, как бы, я, по крайней мере, пока таки сказал, я был абсолютно уверен, что бесконечные. Ну, я просто не знаю, откуда у тебя такая инфа. Может, просто, ну, никто не доходил, кроме тебя, до конца. Зачем там стрелять? Так, в смысле, их же перепрыгивать, их что, убить, что ли, можно? Никогда их не убивал. Как-то этот лажовый сейчас был, ну ладно. Да ну поторопился. Ладно, пойдемте. Хардончик прибежим. Привет, картофан. А, ну давай, весна, удачи. Да, я понимаю, тут особо не на что смотреть, так что. Это что вообще сейчас было? В смысле? Я на рейпе картофан прохожу, я сейчас просто это трени уровень. Просто не могу вот это пройти место, блин, что-то на рейпе. И решил, надо чуть подтренить, наверное. Да лол. Чё, этот Саймон дурной? Он сделал невозможное, прилетел ко мне на сейф там? Прилетел? Он вообще-то там залочен, чтобы не вылетать за стену. Лол, чуть не опоздал. Так-то. А пчхи ща будет, приготовьтесь. Мало ли кто-то не знает. Да, хотя тут одни башисты собрались.
Что за фигня? Вот это что было сейчас такое? Что это сейчас было такое? Я не понимаю. Как там можно было вообще умереть? Привет, Гоги Бастье. Дурацкий пророк сказал, типа, да не трень шестой мир, он же легкий. Вообще, я что-то так один раз пробежал, смотрю, реально легкий. Ну, блин, и все, не могу пройти теперь, потому что я не тренил его, ни хрена вообще не тренил этот мир. В смысле, на рейпе сейф только перед боссом, или бы в покемон мире. Осилил таки, ну, поздравляю. Ну, я что-то залажал там явно прям. В смысле тренишь хард? Я треню рейп. Давайте вообще, ну я же паст экран вроде понял, как проходить. Так что я думаю, сейчас просто добежим до конца и пойдем опять рейп. Что это такое? Вот если такая смерть будет на рейпе, это ну вообще нелогично. Да что такое, ну... Ну как такие смерти могут быть? Вот что это сейчас было? Вот. Как это можно умереть? Да лол, если я на рейпе так буду сливать, это... Я никогда не пройду шестой мир. Как можно на таком легком сливать? А еще, блин, восьмой мир проходить, десятый мир, да, конечно. 10 раз. В смысле, я сейчас харду, на хардоне тренируюсь. Чтобы на рейпе потом пройти. Ну вот последнее падение. Если на рейпе так будет, то будет забавно, конечно, забавно. Нету сейва перед Градиусом. Его там нет даже на хардоне, как видишь. Вот этот экран, видишь, там нет сейва. Так что он только там на Аверейджи есть и на ЕЗ. Так, надо затренить это место, лол. Я чуть не думал, что там проблемы могут быть.
То есть просто я не ожидаю там сложности, поэтому умираю, потому что я думал, что это какое-то элементарное место. Короче, сохранюсь. Что-то это было неловко, я не знаю. Что-то я не собранный какой-то. Я вообще сегодня не выспался жутко, хрен, не знаю, нахрен я сел стримить. Не, на рейпе, конечно, концентрации больше, чем сейчас, поэтому, как бы, возможно, там не будет таких сливов, хотя... Чем ближе сейф, как бы, тем хуже проходишь место, потому что, ну, как бы, концентрация ниже, ну, как бы, более такое пофигистическое настроение. Ну вот, такого же точно не будет на рейпе, ну, я надеюсь. В смысле не осталось? Как это возможно? Я могу тебе скинуть визардов, если тебе нужно. У меня, по-моему, все есть. На каком сайте? На официальном сайте вот этого Лизамаса нету? Как так может быть? А что это за сайт? На ком ты еще сайте можешь искать, кроме этого, и кроме его сайта, их больше нигде и нету. Так там ссылка на его сайт все равно идет. Кстати, вы мне скажите, звук-то нормальный? Меня хорошо, музыку слышно хорошо. А как так может быть? Ну напиши мне в скайп, я тебе потом скину. У него сайт какой-то сложный, ну его фиг ведешь, короче, там. Ну фиг запомнишь, так что это, я тебе как бы скину сами файлы, сайт не помню. Подожди, а ты что, четвертого раза не проходил вместе со мной? Параллельно. Четвертый, это который самый сложный, да, по-моему?
Вот я не помню, то ли третья часть, то ли четвертая, где еще экстра уровни, там куча всего собирать надо, и там пипец боссов куча, и вообще такое довольно-таки развернутая такая Ивана длинная получилась, куча уровней. А у тебя случайно в свойствах больше не стоит там какой-нибудь, не знаю, там режим там 256 цветов или что-нибудь такое, или там какой-нибудь режим совместимости? Да опять я тут умер, Чё за фигня? Так ты ответь на вопрос. Свойства хексифайла больше. Не стоит никакого там режима совместимости или еще каких-то галочек там. А ты пробовал другое разрешение окна? Именно, ну, не растягивать, а через настройки. Как я тут умер? Ну пипец. Не меняет разрешение? Ну, это уже как бы наталкивает на мысли. То есть это же тоже так не должно быть, он должен менять. Привет, Стэнли. Кстати, сейчас был рекорд. На несколько пикселей я дальше прошел. Кстати, видео не кубит на кибергейме, если... Ну, вы, наверное, все на кибергейме смотрите, да? Если до босса дойду, то посмотрим там. Там же крутится эта башня. Ну я, правда, босса-то проходить не буду, но какая разница. Показать эту текстуру я могу эту. Что это? Периодически ее загрузка видео, но я не знаю, у тебя может и нет не тянет. Ну, я не знаю, какой у тебя нет просто. Может, у тебя плохой нет. Там просто битрейт высокий стоит. Очень. А, 20 метров? Ну, фиг знает. Ну, твич не очень.
Интересно, я поставлю антирекорд на рейпе, если пройду по смертям. Да, я отказался от Good Game. Я об этом в начале стрима уже распинался тут. Поэтому тебе просто кратко скажу, я отказался от Good Game. Глазик. Что-то такое не очень. Ну еще об этом не хватало умирать. Все стримы говно, придется долго смотреть. Ой, тебя сочувствую, Картофан. Ну что ж поделать-то. Я не знаю такой игры глупости. Оп. Что-то я вообще в сам последний момент это отпрыгнул. Что это было? Что-то меня что-то мир вообще не радует. Вообще не радует. Уже, блин, пипец сколько смертей нафармил на шестом мире. Ну, по-любому антирекорд будет по смертям на рейпе, если пройду. Там вроде бы 20 с чем-то тысяч антирекорд. Но мне кажется, на восьмом мире такой фармил его будет, что ой-ой-ой просто. Мне кажется, даже на десятом меньше. На десятом просто все попытки очень долгие все, потому что пока там до звездочки дойдешь, да, но как бы на восьмом мире там, если хорошо затренить, то до good level дизайна ты доходишь очень быстро, практически 100% случаев. Вот. И как бы, а сам good level дизайн хрен пройдешь. It's
в итоге там фармило просто жестко. В смысле от балды? Ну я в основном треню. Ну понятно, что восьмой мир будет трениться, но о чем речь-то? Как бы вообще это очевидно абсолютно, что нужно тренить. Оп. Дурацкий глазик. Ну вообще, ну реально, какое дурацкое это сделал Солгрин. Нахрен было надо это было делать. Как будто хотел, чтобы игрок страдал. Ну надо же. Без комментариев. Даже Альферыч респаун поставил. Даже он бы так не слил. Зато это был рекорд. Прогресс. Так, ну чё, давай шипастый экран посмотрим. Значит, как-то неудачно встал. Так. Прыжок, прыжок. Это дурацкое место. Хорошо, что там нету розовой платформочки, как на ЕЗ, а то это вообще бы невозможно было пройти на рейпе. Как на том скелете можно умирать вообще? А ведь уже не первый раз за стрим. Старбаунда многовато? Не знаю. Я не играю в Старбаунд. GTA 5 многовато, да. Вообще, ну не знаю, GTA 5, как бы, ну, для стримов, как бы, ну я хз, как бы. Для себя это, да, офигенная игра, но для стримов, ну, я бы не смог нормально стримить GTA 5. Вообще любую GTA, мне кажется. Фабино? Стримит Starbound? А как же реквесты? Его дело, в принципе. Давно пора было дропнуть реквесты. А Брим и Ксипи, они в коопе играют. Так что это как бы считай, что это один стрим.
Ну лол. Что-то не прыгнулось. Это хорош. Не, ну блин, конечно, как слиться вот было обидно на Саймоне. Ну как бы, не знаю, боялся что-то не успеть почему-то. Ну, как обычно это бывает. Хотя, когда там не боишься не успеть, ты успеваешься, да. Ну, это зарачено. Да, розовый кубик там вообще жесть. Это самое сложное место на ЕЗ в игре, по-моему. Ну, по крайней мере, намного сложнее, чем на Average там и на всех остальных из этого кубика. Сталгрин, походу, не думая, его туда вставил. Либо троллинг такой. Не уверен в из-за глазика? Да вообще не уверенный, вообще не уверенный. Какой-то вообще неуверенный рейп, что-то не прохожу его за стрим даже. Как так можно вообще рейп проходить? Ракова. Ну, в любом случае уже прогресс. Сейчас посмотрим, вот тут зарачу, да, по-любому нет. А где ж тогда? На бегающих, да, скелетах, наверное. Нет, что, на этих, что ли? Ну, как так-то? А, наверное, в прыжке обшипик умру, ну, по-любому ж. Нет. Ну ок, пройден мир. А, ну теперь покемон мир. Пророчь, а чё пророчь-то?
Долбейся ты, ну. Пророч? Ну, пророч он вообще не очень. Ну чё он? Ну он до босса дошел или про что это? Чё-то стримил вчера. А, он Крока Мори Квест стримил. Франкенштейна прошел. Геноцид. Вот каждый раз эту срань проходить. Я надеюсь, что я Градиус хорошо затащу. Ну, может быть, там даже с первой попытки я хезу. Чё это такое? Лол, я не знал об этом. Боже, не покемон, да. Градиус, ну, Градиус после покемон мира идет. Причем без сейва. Я же уже объяснял. Да, без всего, без сейвов. Только, ну, собственные пароли только использовал, которые игра дает сама ему. Да что это такое? Что за невидимый потолок? Лол. Так Градиус сразу был, только он без сейва. Если я Градиус бы слил, то мне пришлось бы идти опять мир сначала. А так я зашел в секретный мир вот этот вот. И, ну, за счет этого получил сейв. Но зато мне теперь каждый раз нужно проходить покемон мир перед Градиусом. Но этот выпрыг что-то вообще не нравится. О. Я не помню вот это вот тролльское место. Вот что-то я не... Блин, не помню. Кто тут... Тут кто-то вылетает, да? Как его там микрить-то? Так, тут я помню. Тут надо на шипик вставать. Тут, по-моему, на второй шипик вставать. А тут, по-моему, еще кто-то вылетает, да? Или нет? Креточка. Ну вот, типа я прошел покемон мир. Так, управление нужно сменить, потому что на Градиусе мое управление багует. Ну что ж, Градиус. Тащить, не перетащить. Давай только не говно Градиус, хороший Градиус. Скорость есть. Так. Стоп. Я же вроде два бонуса взял, почему у меня только спидап горит? Ладно, миссил. Ой-ой-ой, зажимает, нахрен. Дабл. Надо лазер. Еще одну собрать. Ааа, ну ок. Аж кетчуп, ну.
обратно ставлю свое управление. Ну да, не так уж сложно через Pokemon Mirror идти. Все-таки да, это, наверное, более щадящий, чем через мир. Ну и только из-за глазика, вот только из-за глазика, честно. Привет, Агенлаж. В смысле, так я пушки убивал. Да я знал, как радиус проходить, он просто, ну, не сфартило немножко. С бонусами. Да выпрыгивай ты, ну, треугольник упоротый, вот. Да ладно, не знал про пушки. Ну, их можно убивать, только если у тебя скорость это... Да, вот я лазер не смог так и взять. А, да, Pokemon Mirror что-то какой-то вообще изи. Я не ожидал, если честно. Я думал, я его буду реже проходить. Багульки, багульки. Да, все-таки решил зацелиться на покемонов. Я не понимаю, где хитбокс этого выпрыга дурацкого. Чтобы открылся проход. Да ты издеваешься, что ли? Ну, лол, ну, что за фигня? Ну, короче, явно я сегодня пройду Градиус, да, это как бы инфа, ну, практически сотка, потому что Градиус для меня это абсолютно несложная вещь, ну, просто там чуть-чуть надо, чтобы как бы повезло, да, чуть-чуть, но в целом, как бы, я его умею проходить, а, и учитывая, что Pokemon Mir так легко проходится, ну, значит, ну, по-любому пройду, да лол, ну, чё за фигня, вот это вот, блин, бесит. Да фиг пойми, я бы что-то умираю. Оо. Привет, Виванов. О. Наверное, надо сильнее выпрыг, что ли, делать. А. Так, управление. Фух, погнали. Есть скорость.
Еще два бонуса. Да ну! Удаляй. Есть лазер. Уже лучше. Хотя бы лазер есть. Но этого мало. Дабл лазер есть. Блин, к пушкам надо прорваться вниз. Это что-то как-то выглядит немножко нереально. Черт. Ну что за фигня, микрилово какое-то начинается из-за этого. Что-то я сам себя затроллил, короче. Ну я сам себя что-то затроллил, вверх как-то поехал, не очень. Да, осталось зарачить. Да я, ну блин, я знаю, как проходить Градиус, но сейчас получится, ну просто как бы раз на раз не приходится. То, что Пророк Боша Баты затащил с первого раза Градиус, ему просто повезло, он очень удачный Градиус выпал. У него как бы сразу и бонусы поперли, и не было по 5 пушек там сразу, ну у меня, кстати, тоже не было по 5 пушек еще пока, но... все равно, ну как бы, ну где-то зарачил, я же не говорю, что только рандом, естественно, и зарачил, как бы... Ну, тем не менее. Сейчас пройдется, сейчас. Я думаю, пару попыток где-то еще и пройдется. Может даже следующая попытка там. Так сразу не скажешь. Любая попытка может стать финальной. Счет по Боша Батлу, ну, 4-2. Но как бы это чисто формально, да, потому что вначале был выигрыш у меня по экранам, а не по сейвам. А так я два раза догонял Пророка. А, у меня же скорости нету, лол. Ну это вот уже как бы возможно ГГ сразу. Потому что, блин, дурацкие эти пушки, у меня скорости нету. Ну ладно, вроде пока живу. Так, взял скорость, но у меня тут ситуация уже пипец. Поздняк метаться называется. Выпрыг. Ну. Задолбал. Прыгай. Задолбал. Ну выпрыгивай, ну. Ну. Да что ты делаешь? О. Что, очередная попытка пройти Градиус, разумеется, финальная, победная. О, чуть не слился на первой секунде. Да задолбали пушки там спавниться.
О, двойной лазер прям сразу подфартило практически. Ну, где куча опций? Хочу фармить опции. Я перепутал кнопки вверх и вниз. А это была хорошая попытка, достаточно. Да, ну примерно так, да. Нету смайла сюда. А какой должен быть там смайл, по-твоему? Давай. В смысле, при чем тут извини, болей за кого хочешь. В спорте нет извинений. Ну как бы это, конечно, не киберспорт, но так как у нас соревнования, можно сказать, что это спорт. Да ну чё я ракую. Чё? Он не застрелился, что ли? Ну хотя бы назад-то вернуться можно, но почему надо на шип обязательно падать? Второй прыжок-то остается, чтобы вернуться обратно в тоннельчик. А он его не использует почему-то. Хотя, разумеется, я же жал. Так, ну, победная попытка. Блин, ну ладно, опция тоже неплохо. Ну, конечно, я хотел не это, но там просто слишком много бонусов прилетело. Все равно так и так потом опции надо собирать. Но, правда, желательно вначале все-таки лазер собирать. Так, уже хорошо. Да ну вот это вот бред, это бред, как об этом можно умереть? Двойной лазер, опция, на экране ничего нету, летит один самолетик, и надо в него обязательно попасть.
Привет, Defender. Я даже не знаю, с чем сравнить там. Все равно, что там, не знаю, идешь в каком-нибудь шутере там с кучей там, не знаю, гранатометов, там самонаводящихся каких-то там, еще снайперов, куча там, не знаю, автоматов, и тебя, короче, чувак с кулаков убивает, вот примерно то же самое. Или с ножа там. Даже все там не умирают. Даже Жокин прошел бы это. Не, ну предыдущая попытка была победная, но просто, ну, как бы, ну это тупое зарачивание было, так что вот это точно победная, как бы уже. А, нет, что она начала, она как говно началась, так что хрен знает. Да ну вот это что было-то? Ну, как бы тут уже я не скажу, что прям зарачил, там, пипец была ситуация не очень. А, Салгрин, Тарак, тот еще, да, Салгрин бы умер, но единственного, только Салгрин бы еще умер. Интересно, Салгрин больше прошел. Что-то у меня такое ощущение, что вообще не факт. Ну пока тестил, понятно, но он-то там проходил как бы кусками и так далее. К тому же тестил, ну не факт, что он сам, у него же там был тестер, как его там, Майк там, 1990 или что-то такое. Да знаем мы как тестил, All Attacks Are Dodgeable, да, тестил, разумеется, тестил. Конечно же тестил. Вроде кто-то вообще спорит с этим. Так, ну скорость хотя бы взял. Если бы он не тестил, вдруг бы он сделал, что реально все атаки были бы доджебл, и чё, и тогда не на чем гореть было бы, но это вообще не очень круто. Ну хоть опцию возьму, ну там слишком много бонусов летело. Давай дабл. Да хорош, ну тра-ла-ла. Сколько там пушек нахрен? У нас дела идут неплохо. Но что-нибудь отравить всегда может.
Ну гидрит, ну стрелка, ну. Все нахрен. Изи каточка. Изи каточка. Шестой мир пройдем.